Всем привет, меня зовут Рос, вы на канале Мидкор Шоу, и сегодня у нас с вами просто вот так вот ролик для выноса мозга. Предложили мне поиграть в Troll Adventures, ну, относительно недавно она вышла. Короче, куча этих троллей всякие есть, в некоторые из них я на мобилке играл, тут мне предложили все это дело записать на канале, почему бы и нет, просто так угореть. Итак, поздравляем, вы выиграли бесплатное путешествие. И собираемся, бежим в аэропорт, и сейчас, видимо, наши приключения начнутся. Так, первый уровень. Погнали. Так, там... считаются клики, окей. Окей. Это делать нельзя. Нам нужно найти места, куда надо тыкать. О. Help? Не, help нафиг не надо. Так, выключили свет, может теперь? Так, ну, все правильно теперь, окей, отлично. Да хватит держать-то, слышь. Так, сейчас нам надо взорвать или что? Что надо сделать? Перерезать провода? Опа. Таймер накрутить. И чё? Сколько надо накручивать-то? До 3 минут давай. Блин, нифига. Давай посмотрим, что тут. Опа. А? Опа. Я понял, ну-ка. Шлёпс, шлёпс. Блин, все понятно, все легко. Окей, отлично. Это что такое за бред? Так, окей. Сейчас мы что-нибудь... Опа. Зачем нам флаг? ну-ка. Это точно же фотография, где все держат, знаменитая, когда фотаются. Так, окей, теперь мы в Японии, в стране восходящего солнца, и нам нужно победить, видимо, этого урода. Но побеждать мы его будем... Эй, подожди! Так, видимо, его трогать нельзя. Опа, флажок. Да под... Ты что творишь, ты слышишь? Подожди, что нам надо сделать? Нам точно надо сделать что-то подлое и хитрое. Может быть? Нет. Да ладно тебе. Ну я не понимаю. Отлично. Так, отлично. У нас здесь искусство какое-то. Так, ну-ка. И чё? В смысле? Так, выбрано это. И чё? Выбрано это. Мы создали новый шедевр, окей, отлично. Так, нам надо что-то приготовить, давай. И вот это, вот это. Так, банана. Банана, окей. Есть. Яблоко. Яблоко. Но не все так просто на самом деле. Так, оранж, апельсин. Апельсин. Лимон. И питайя. Но питайи у нас здесь нет. В холодильник можно залезть. Это может быть питайя, типа, нет? Подожди, а как? Нет. Так, банан, яблоко, апельсин, лимон. И что же делать без питайи? Вычеркнуть ее просто и все. Точно, блин, такая... Это вообще такая ржачная игра. Что надо сделать? Подожди. Стой, он сейчас взорвется, он режется. Нет!
Надо, может... Ну, все. И все? Это жизнь вообще. Это же... На тебе, сейчас тебя... Нет, нифига, это он нас пугает, да? Так, а можно... Почему мы трясли это дерево? Упало с того. Так, ага. Окей, мы типа в Риме на этих... На гладиаторских боях, и мы взяли молоток и испугали львов. Че за фигня? Почему? Так, ага. Ну вот зажигай. Зажигай. Флажочек. Хорошо. Я случайно тыкнул. Зажигай. Ну вообще по изи пошли. Все, проходим, как нифиг делать. Что? Воу-воу-воу, подожди. Зашло тут не туда, алло. Ну-ка, и... Да ну, почему ты пукаешь-то? Чё за Guitar Hero? Нам явно что-то надо не то делать. А, да? Всё то надо делать? Нифига себе. Странно. Хорошо. А, тут что у нас? Опа. Подожди. Что-то я не понимаю. Окей, давай тогда... Не-не-не-не-не-не-не, подожди. Нам типа надо угадать, в каком он, но это неправильный подход. Копье, что-нибудь... Да подожди ты, ну... Нет, вот это сложно. То есть, если мы только нажимаем на какую-нибудь шняшку, то мы выбираем этот. Ну, давай, шибани его чем-нибудь. Опа. Ты игрался? Отлично, хорошо. Так, мы пить хотим. Хорошо, флажочек. Блин, там флажочек мы, наверное, не заметили, да? Что надо сделать, чтобы попить? Отвали. Так, лапы нельзя поднять. Пирамиды нельзя поднять. Мы хотим пить, значит, надо попить. Все же логично, логично. Какой-нибудь надо камень нажать секретный. Солнце. Надо выключить солнце. Во! Отлично, вот так вот с тени стали. Окей, нормально. А перейти мы просто не могли. Надо обязательно передвигать солнце. Что такое? Плохо, не очень хорошо получилось. Окей. Эй, спокойно, котик. Вот, клубочек. Клубочек, ну-ка. Так. Так, спокойно. Сейчас мы разберемся. Клубочек. Ну, что-то, видимо, пошло не так, но мы уровень прошли. Так. Мы опять где-то в Японии. А, это Китай у нас уже, да? Чбоинг! Блин, ну тихо ты. Все, проиграли, понятно. Да ну, эй! Стой, сейчас мы... Я понял. Надо что-нибудь передвинуть, задвинуть. Палку у тебя отобрать можно? Нельзя. Блин, а как тут? Что сделать? Надо что-нибудь уронить на него. Так, он бьет по этой штуке. Хорошо, но логики здесь ведь нету в этой игре никакой, абсолютно. Здесь не надо искать логику, здесь надо искать то, что просто жмякнется. Так, окей, ладно, будем жмякать просто все подряд. Хорошо, меч.
Окей. Туалетная бумага. Давай. Хорошо, полотенце. Другое полотенце. 488 кликов, между прочим, уже сделали. А что? Что тебе надо? Что ты хочешь? Алло. Может быть, тебя отцепить как-то? Мечом, ну. Ну, меч, давай. Ну-ка, что в хелпе? Воу. Я понял. Что-то не то. Хелп нам не нужен. Так, плакат. На плакате ничего. Дверь. По палке. Что-то я тут пока не вижу вариантов. Рестарт. Может быть, наоборот, не надо ни на что нажимать? Надо подождать. Бывает такое. Типа он помедитирует, и все будет нормально. Нет? Может такое быть? Может быть. Дружище, давай. Он хочет долбануть молотком по этой херне, по этому... по огромной тарелке. Нам надо что-то сделать. Не, ну так долго не может быть. Чё, извините. Приболеваю немножко, поэтому могу шмыгать, соплювить и все такое. Так. Куда нам жмакать-то? Я не понимаю. Что-то это дичь какая-то, а? Блин, вот здесь вот мы с вами, походу, и застрянем. Ну-ка. Если дверь... Нет, никак нам не закрыть, не открыть, ничего. Может, что-нибудь придет там, я не знаю, спасет нас. По тени, например. Да нет. Тапочки. У этих тапочков какая-то вон штука сзади есть. Опа-на. А, мы ему надели эти... Все, это затычки в уши были. Есть, нашли. Это все чемоданы? И нам надо найти наш? Или нужно правильную кнопку нажать? А дверь? Нет? Эй, ну дружище, ну что ты приуныл-то? Давай, подскажи мне, что делать? Алло, здесь вообще никуда не... Там никуда тыкать нельзя было, а здесь вообще никуда не тыкается. Хе-хей, ну давай. Ой. Правой кнопки здесь нет. Может, ты пнешь что-нибудь там? Нет? Господи, это что? Что это такое? Так, Индиана Джонс у нас пошел. Давай алмаз сюда. Давай сюда алмаз, слышь? Так, ты. По камешкам. Воу! Я понял. Тогда вот на этот. Да нет же! Так, тогда на Лиану. Хорошо. Лиана. Опа. Yeah! Отлично, мы забрали алмаз. Хорошо, так, это что у нас? Это у нас музей самолетов какой-то. Что там? Давай, заводись. На эти кнопки я сразу жать не буду, потому что это бесполезно. Ну ладно, давай. Пиу! Ну давай тебя. А ты сволочь, а! Нифига ты! Вот падла какой, а! Я понял, хорошо. Так, окей. Опа. Опа. Хорошо. Катапультировали, короче, эту падлу. Так, Великая Китайская Стена. Хорошо. Тихо. Чё? Что надо сделать?
Окей. Ладно. Ладно, поехали дальше. О, это у нас Октоберфест. Давай, забирай. А, блин, там не забрали этот. Так. А, неплохо. Хорошо. О, Аладдин. Так. Что у нас здесь? Тут дырочка у нас есть, хорошо. Это вы нашли. Так, твою дудку нельзя сломать? Нельзя. Так. Блин, ничего не тыкается. Норм вообще, зажигают. Опа. А это откуда там взялось? Блин, просто тыкал, даже не видел, что там тыкал. Так, давай сюда веревку. Флаг. Это мы в России, да? Ага. Отлично. Хорошо. Отлично. Отлично, спаслись. Все нормально. Так, Лондон. Не фотографировать. Великобритания, окей. Так, и чё? Не фотографируй, да? Сфотографируем. Фотографируй, чё ты? Воу, ты слышишь, охренел что ли? Они имеют право двигаться, ты слышишь? Я тебя сейчас это... Окей, я понял. Тут надо время перевести, я не знаю, или чё. Так, хорошо. Тебя можно как-нибудь... подожди, стой, я же ничего не делал. Так, давайте попробуем что-нибудь сделать с этим, со знаком. Перевернуть его как-нибудь. Или выкинуть. Как? Как тут что? Тут ничего не активно. Опа. Отлично. Ну, все правильно. Так, оу, cowboy. I'm a cowboy. Нет, не так. Это явно плохо. Хорошо. Так, осел. Ну-ка. Надо ослу, короче, дать по жопе или вытянуть за хвост, чтобы он фиганул этого упыря. Не-не-не-не-не-не-не, слышь. Ну ты козел, я тебе сейчас, блин, задам. Тролль. Так, рестарт, давай. Флагов тут, кстати, нету? Нету. Окей. Так, осел. Опа! Вот так вот тебе. О! You completed the game is only 1249 кликов. Короче, мы сделали с вами. Так, и чё? И все? Мы прошли здесь все. Так, 12... где там дальше? 24, 24 уровня, нифига себе, всего за 18 минут. Да мы с вами вообще супер рекосмены. И всего один флаг, кстати, мы забыли взять. Одного флага нету, я думаю, тут будет секретный. Да, секретный уровень. Ну и ладно, ну и фиг-то с ним. Потом, может быть, как-нибудь будем переигрывать, я не знаю. Пишите, что думаете, стоит ли вообще делать такие игрушки. Вот это вот безумие все, чтобы здесь происходило. Делать вот эти вот непонятные мозговыносы, Troll Adventures, потому что их много разных всяких. Вообще, стоит ли их проходить и так далее. Ну, а на этом все, с вами был Рост на канале Midcore Show. Игра Troll Adventures, короче, флешечка такая. Ссылку я никуда оставлять не буду, только на плейлист мозговыноса. Вот, потому что это, этих игр, флешек везде по интернету куча всяких разных. Вот. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, комментируйте, вступайте в сообщество ВКонтакте, ссылочки в описании под этим видео. Подписывайтесь на мой канал и всем пока!